Восхождением на гору Собер началась Черноморская винная неделя в Северском районе. На Кубани до 6 октября продлится эногастрономический фестиваль. Мероприятия проходят в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Крымском и Северском районах. 3 октября у нас состоялся поход по туристскому маршруту под названием «10 причин посетить Собербаш». Сбор участников на территории базы отдыха «Стан» в Саманной домике в станице Убинской. Северский район первый раз участвует в этом мероприятии, однако мы постарались подготовиться так, чтобы вы навсегда запомнили этот день и, конечно же, чтобы Северский район навсегда остался в вашем сердце. Цель похода – установка флага Черноморской винной недели на самой вершине горы. По пути участники мероприятия смогли насладиться природными достопримечательностями визитной карточки района и окрестностей, получив заряд хорошего настроения и незабываемых эмоций.